Сила слова. Проект, реализуемый на средства фонда президентских грантов, добрался и до Перми. Журналистов пригласили на мастер-класс по основам самообороны. Организаторы планируют, что после этой встречи и заработает та самая сила слова, которая передаст их науку куда большему кругу людей. Антон Нагибин опробовал искусство боя микрофоном. На татами журналисты и обратная сторона их профессиональной деятельности, к которой они должны быть готовы. Ну а во время конфликта все средства хороши. Не надо бить на замах, вам никто не даст ударить. Мужчина, ну не надо. Понятно, да? Речь идет о навыках самообороны. О них для тех, кто в кадре и за ним, рассказали эксперты всероссийской программы «Сила слова». А для того, чтобы выработать моторику, предложили применить приемы на практике. Не бейте бедного журналиста. Не бейте. Я не хочу, не буду. Именно вот с такой улыбкой можно только на тренировке работать. Но шутки шутками, а отработать и в нападении, и в защите все-таки пришлось. Вероника Свизева освещает криминальные новости. Для нее способность обеспечить личную безопасность, в случае чего, необходимость. И многие советы, приемы. Мне понравилось, что все визуально показали, да, как это, какие могут быть ситуации. И для меня это было очень полезно. На мастер-классе продемонстрировали приемы самозащиты в различных ситуациях. Не забыли напомнить о том, что действовать во время опасности надо в рамках правового поля. Пассивная защита. Глаза. Раз. Уши. Два. Три. Вверх. Четыре. Проект «Сила слова» осуществляется за счет средств, предоставленных фондом президентских грантов. Организаторы считают, что подобные теоретические и практические знания пригодятся не только тем, кто может столкнуться с агрессией во время выполнения редакционного задания. Начинается отработка алгоритмов мышления автоматического. И когда возникнет необходимость данных действий, они автоматически сработают. Вот в этом сила. То есть идет передача информации из круга в круг. Журналисты друзьям, друзья друзьям, друзья друзьям. И это, получается, усиляет эффект. Как было отмечено во время семинара, лучший бой тот, который не состоялся. Ну а если сила слова уже не действует, пригодятся навыки самообороны. Антон Нагибин, Матвей Вершинин, Вести Пермь.